Ответ МИД Армении на претензии Азербайджана в отношении армянских территорий. Выдвигая ложные территориальные претензии к Армении, азербайджанская сторона пытается вывести карабахский конфликт с международной повестки и создать новые угрозы региональной безопасности и стабильности. Азербайджанская сторона приписывает трехстороннему заявлению вопиющие фальсификации. Если следовать азербайджанской интерпретации документа, то армянские беженцы должны вернуться в Нахидживан, Ганджак, Баку, Сумгаит и на другие территории современного Азербайджана, откуда они были изгнаны. История никогда не может быть сильной стороной страны, географическое и политическое название которой имеет всего вековую историю, а слово «азербайджанец» и того меньше. Азербайджан должен объяснить международному сообществу, в чем заключается смысл Бакинского парка трофеев, который является позорным памятником расизма и ненависти. Армения в реализации права народа Арцаха на самоопределение, в деоккупации и территории Арцаха, подвергшихся этнической чистке, будет продолжать действовать последовательно с позиции возвращения армянского населения на оккупированные территории. Предпосылки для прочного мира в регионе может создать только возобновление карабахского мирного процесса под сопредседательством Минской группы ОБСЕ. Чтобы быть в курсе событий, подписывайся на канал Army Life.